Привет, друзья! Тема сегодняшнего видео – шлифовально-полировальная. На днях делал вот эти вот оправочки для полировки. Сегодня продолжаем тему. Нашел в хламе вот такой кружочек, точнее часть кружочка. Такой мягенький, но очень царапучий. Сейчас попробуем из него что-то сделать. Вот такой он толстенький. Сейчас мы сделаем немножко тоньше. Возьмем вот такую деревяху и прижмем вот этим вот утюгом. Утюг советский, 94 года выпуск. Так, прижимаем то и ждем. Так, теперь с другой стороны. И еще разок с обратной стороны. Так, смотрим, что у нас получилось. Получилось вот что. Теперь сделаем оправочку, наклеим и протестируем. Заготовочка стальная. Обрежем. И торцанем. Вот такая оправочка. Теперь возьмем вот этот вот кружочек, просечечку, и сделаем вот так. Температура воздуха плюс 21 градус. Чик. Чик. Сейчас выковыряем. Вынимаем то. Вот такой кружочек. Теперь мы его приклеим к оправочке. Клей БФ2 советский. Так, берем на спичечку. Наносим слой на оправочку и ждем, когда оно высохнет. Возьмем на спичечку клея. И подождем, пусть немножко загустеет, чтобы не сильно впитался вот в эту прокладочку.
Сверик намазали и ждем, когда застынет. Камеру на паузу. Продолжаем. Первый слой подсох. Сейчас покроем еще раз. Сейчас немножко подождем. Нехай оно чуть-чуть загустеет. Думаю, хватит. Теперь вот этот кружочек. Так. Сюда. Прижмем магнитом и на батарею. Температура батареи 74 градуса. А вот сюда. Вот так. И еще разок проверим. 74. Замерзаем. Помогите. Кружочек приклеился. Сейчас мы его протестируем. Сталь похожа на нержавейку. Вроде ничего. Отведем назад и еще разок пройдемся рядышком. И что же у нас получилось? Ну, давайте посмотрим поближе. А получилось очень даже неплохо. Не хуже, чем вулканитом. Так, ну давайте тудом-сюдом повращаем. Вот оно как переливается. Офигенно. И давайте посмотрим состояние
шлифовальные насадочки. Так, вот она. Так, смотрим. Как и было, как и есть. Почти не стерлась. Нужно будет сделать еще несколько штучек. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.